Сотрудник пограничной службы должен уметь обращаться с оружием. Именно поэтому еженедельно на горе Полковник проходит стрельба, на которых и проверяется меткость пограничников. Стрельба – это один из элементов боевой подготовки, потому что любой пограничник – это в первую очередь все-таки военнослужащий, сотрудник спецслужбы ФСБ России, поэтому он должен и физически быть здоровым, он должен знать такие предметы, как медицинская подготовка, военная топография, другие предметы обучения. И один из основных предметов – это все-таки огневая подготовка, потому что любой военный офицер, либо это солдат, либо прапорщик, и в том числе женщины военнослужащие, они должны уметь владеть оружием и должны, естественно, уметь из него стрелять. Поэтому еженедельно у нас проводятся стрельбы из боевого оружия, из автомата Калашника, из пистолета Макарова, пистолета Ярыгина. И, так скажем, в ходе вот этих стрельб как раз-таки свое мастерство и совершенствуют наши сотрудники. На эти стрельбы привлекаются сотрудники всех подразделений. Сегодня вот посменно, по вахтово, получается, по очереди приезжают сотрудники заставы Новотроицкий, заставы Джанталапи, заставы биофабрики, само управление отдела пограничного СУЗТП и, естественно, сотрудник контрольно-пропускного пункта Орска. Самый главный результат, что это твердые навыки в выполнении мер безопасности с оружием. И само умение, как правильно изготовиться, как правильно произвести стрельбу, как корректировать огонь. Поэтому не самоцель стать и сделать из сотрудников снайперов, да, и выбивать 100 из 100. Главное, чтобы человек владел, знал, как пользоваться оружием, вести стрельбу и лежа, и стоя, и с колена, и в противогазе в том числе после определенной физической, так скажем, сдачи норматива. Поэтому результаты не самое главное, но результаты достаточно хорошие, пограничники стрелять умеют. Одиночные по своим мишеням огонь. Противогазы снять.